Милош Бикович, актер Сербского национального театра. Уважаемый Владимир Владимирович, Ваше Святейшество, дорогие друзья, с праздником! Этот праздник, День народного единства, не является только праздником русского народа и всех народов, которые составляют Российскую Федерацию, это праздник всех нас, которые с вами смотрят в одном направлении. И какая радость для русских и сербов, у нас у обоих народов две родины. Так было веками. Есть мир в Духе Божьем и война в Духе Божьем. Есть война в духе врага человеческого и мир в рабстве. Разница колоссальная, но невидимая. И война, и мир начинаются в сердце и в уме. Там мир укрепляется, и война предотвращается. Русский мир – это не только мир русских и православных, это мир, который требует и рождает духовно осознанного человека. Человека со стержнем, с совестью, с традиционной системой ценностей. Эта система строится и защищается на всех фронтах. Один из этих фронтов, фронт ума и сердца, есть культура. А защищается и строится самым сильным оружием – красотой. Этот мир воскресшей цивилизации отличается от мира декаденции и вседозволенности. Разница невидимая, но колоссальная, цивилизационного масштаба. Какая радость для русских и сербов – две родины у нас, потому что у нас одно мировоззрение. Спасибо.